Приветствую, с вами 108, и этот видеоролик будет у нас немножечко странным, потому что вы меня не увидите. Сегодня мы будем с вами делать небольшой обзор вот от такую вот тылуху. Это у нас Russian Bus гибриды 200. Я под них решил сделать очень громкий коробочек. С настроечкой я немножечко ошибся. Сейчас у нас настройка получается 56 Гц. Потому что мне было жалко оставлять материал, я решил сделать короб чуть больше. В дальнейшем у нас порт будет намного больше. Это мы все переделаем. И настройка у нас поднимется где-то до 120 Гц. Данный видеоролик будет в основном развлекательного характера. Питать мы сегодня с вами будем всю эту систему вот этим вот усилителем. Точнее, одним из двух. То есть тут на каждый канал свой усилитель. Это Bluetooth усилитель маленький. Питается он от 5 вольт и выдает как бы 5 ватт на канал. В принципе, заявка честная. Стоит этот усилитель 50 рублей, точнее, его брал за 50 рублей. Сейчас он стоит 550. Не знаю, почему так цены возросли в этом магазине, но этот малыш мне очень нравится. Мы сегодня с вами посмотрим, сможет ли 5-ваттный усилитель раскачать вот этих вот малышей. Усилитель в 4 Ома заявка, динамики скоммутированы в 4 Ома. Питать мы с вами будем его от пауэрбанка, тоже самодельный. В принципе, его должно хватать на очень долго. Ну что, попробуем его включить. Одной рукой не попасть никак. О, сразу пошел звук у нас. Замигал светодиод. Все. Вот, колонку по Bluetooth к телефону. Ну, а сейчас мы с вами будем именно слушать музыку. Позже я вам расскажу, что такое резонансная частота, как ее измерить и для чего она нужна. Первая композиция от Ивана Долмата. Достаточно громко. Опа. И сразу такая тишина, все так нормально, блин. И это еще к тому же не конечный вариант. Здесь будет использовано сразу два оформления. Не только FI, но еще одно. Потом увидите. Так что подписывайтесь на канал и смотрим. Музыку мне кидали юные подписчики, так что особо не критикуйте. Следующий трек от Ивана Жигальцева. Тоже трек с хорошим качеством. Как же детишки не могли мне скинуть вот это вот? Моргенштерна вообще не люблю. Хотелось бы вам рассказать про такое явление, как клип. В некоторых видеороликах я про это уже говорил, но хотелось бы напомнить в этом. Потому что здесь очень хорошо слышно, когда он возникает. Клип — это когда у вас динамик вместо синусоиды, то есть поднятие, опускание диффузора, имеет вот такую форму, то есть он поднялся, застрял, опустился, застрял. То есть это вот застревание — это нагрев динамика, то есть вы просто убиваете динамик. Поэтому использовать бас-бусты, использовать эквалайзеры для увеличения количества низкочастотного, да, составляющего, это вы просто убиваете свои динамики. То есть если у вас динамики греются, пахнут, знаете, вы льете в них клип, и ваши динамики умирают. Внимательно слушаем, я буду постепенно прибавлять громкость, и вы услышите клип. Вот, сравните, все, вот сейчас звук, и вот сейчас, слышите? Вроде как стало громче, но вы уже льете грязь. То есть усилитель у нас клипует и издает вот этот вот звук. Если его дальше прибавлять, он еще. Вроде как и валит, но это грязь. Смотрите, делаем тише. Вот, теперь у нас с вами идет чистый звук. То есть это примерно 70% от усилителя, и он выдает хороший сигнал. Практически любой усилитель, процентов 70-80, играет чисто. Дальше у него начинается клип. Вот Иван Долмат скинул хороший трек с хорошим качеством, без всяких бас-бустов, и трек слышно очень хорошо.
Можно до 80% включать. Этот же все, вот треки почти все я включаю процентов на 60, и дальше они просто клипуют. И слушать их просто невозможно. Следующая композиция от Феликса. Он скинул очень много треков, но я решил начать с Кока-Колы. Вот слышите клип? Бац, чистый пошел звук. Трек имеет настройку 43-53 Гц. И вы как раз можете видеть, то есть когда играет 43 Гц, динамики ходят очень интенсивно. Когда идет 53 Гц, хода практически нету. Это из-за того, что у нас настройка короба самого 56 Гц. И сейчас я вам покажу, как проверить настройку и на что она влияет. Поставил короб вверх. Вы тоже также должны поставить динамики кверху. Поместить туда очень легкие предметы. Можно, например, резинки туда закинуть. Берем тон-генератор и начинаем с низкой частоты поднимать ее все выше, выше и выше. И когда у вас рис перестанет прыгать, так вот смотрите. Например, трек 43 Гц, 53 Гц. Видите, ход уменьшился, но он еще есть. Это частота настройки, очень близко к ней. И опять пошел большой ход. Так почему же динамик имеет минимальный ход на своей резонансной частоте? И что такое резонансная частота? Резонансная частота – это когда динамик и вся его подвижная часть, то есть сам диффузор, шайба, все, что есть в динамике, начинает ходить с одним резонансом, то есть входит в резонанс вся система. То есть динамик повышает свое сопротивление, у нас летит меньше мощности от усилителя, то есть усилитель немножечко освобождается от нагрузки, но громкость у нас не падает, потому что динамик входит в резонанс, и на этой частоте у него максимальная отдача. То есть мы отдаем мало мощи, но получаем очень большую громкость на этой частоте. Когда вы знаете свою резонансную частоту, вы знаете, что у вас на этой частоте будет максимальная отдача, то есть треки на этой частоте будут употреблять меньше электроэнергии, но валить будут лучше. Но так как у нас минимальный ход, то и охлаждение катушки будет меньше. Поэтому не рекомендуется играть с частотой ниже частоты настройки, потому что у вас теряется ход сабвуфера, да, и динамиков. То есть у вас будет очень большой ход, будет мало отдачи. Но когда вы играете от резонансной частоты и выше, то вы имеете прибавку и по громкости, и по КПД, да, то есть у вас усилитель будет отдавать меньше мощности, но будет больше громкости. Также у вас начнет появляться ход, что позволит вашей катушке лучше охлаждаться. Теперь мы с вами, зная резонансную частоту, да, можем выбирать треки чуть выше нее, получать прирост по громкости, при этом усилитель у нас не будет перетруждаться, выдавая большую мощность. Мы будем контролировать ход динамиков, то есть у нас будет и охлаждение, у нас динамики будут играть в комфортном стиле и при этом будут давать хороший и громкий звук. Поэтому в дальнейшем я переделаю оформление, чтобы у меня получить нужную настройку для меня. Потому что это все же тыл. Сабы у нас будут стоять все же вот в багажнике. Две пятнашки будут стоять. А это будет тыл на багажнике, то есть багажник будет сверху стоять и будет отзвучивать все, добавляя громкости моим калиткам. Продолжаем слушать треки подписчиков. Бас-бустов накидали, как обычно. Трек. Вот уже клиповать чуть-чуть начинает. Сейчас мы с вами запитаем тылуху от усилителя Грифон Pro 4200 от моста. То есть у нас полетит около 600 ватт в тыл, но уже будет он играть не во всю полосу, а будет порезан от 120 Гц вторым порядком.